Проект «Читай быстро» представляет. Главный из книги практикующего маркетолога Ильи Балахина «Найден более быстрый маршрут. 10 основных фактов. Жмем, подписываемся и начинаем». Факт номер один. Клиент может быть одним, но изменится цель визита и набор критериев. Путь потребителя – это маршрут, по которому проходит клиент, взаимодействуя с продуктом. В это понятие включены такие показатели – мотив, ценности, точки контакта, эмоции, контекст. Смотрите на мотив клиента. Автор отвергает модель построения целевой аудитории с учетом пола, возраста, социального статуса. Важно учитывать его мотив, работу, которая должна быть выполнена. Два подхода к формированию путешествия клиента. Потребительское путешествие – это продуманное объединение точек контакта. Для начала работы потребуется исследование, выяснение логики принятия решений, преград на пути. Состоит путь из 6 основных этапов, которые подробно описаны в текстовой версии обзора по ссылке в описании. Этап первого осмысления. Человек формирует список критериев, по которому сравнивает варианты и делает выбор. Задача компании – правильно понять и оценить варианты, чтобы привести потребителя к активной оценке. Пятый факт – этап активной оценки. На этом этапе потребитель учитывает продукт, бренд и цену. Успех этапа оценки достижим, если эффективно и комплексно управлять такими параметрами, как воспринимаемая цена, воспринимаемая важность свойств, умноженная на бренд продукта. Шестой факт – этап сделки. Важно правильно оценить потенциал клиента, чтобы распределить усилия между клиентами, готовыми сделать покупку, и теми, кто зашел посмотреть. 6 основных типов клиентов и 4 критерия хорошего коммерческого предложения уже дожидаются вас в статье-обзоре. Этап пользовательского опыта. Важно изучить, что на самом деле важно для клиента. Пользователи не всегда с полуслова понимают ценность продукта и то, как им пользоваться. Ответьте себе на 7 основных вопросов. Восьмой факт – этап триггеров и лояльности. Триггер – это то, что напоминает клиенту, хорошо бы сделать повторную покупку. Это три группы триггеров – маркетинговое, напоминание на самом продукте и основанное на человеческой психологии. Клиентский опыт в системе B2B. Чтобы управлять клиентским опытом, нужно создать отдельную структуру внутри компании, собирать обратную связь, автоматизировать реакцию на обращение клиента, связывать удовлетворенность клиента операционной деятельностью и так далее. Заключительный факт – карта путешествия потребителя. Чтобы совершенствовать маркетинг, нужно анализировать, определять, выработать, создать и разработать. Все они развернуто перечислены в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под этим роликом. Не проходите мимо, подписывайтесь на колокольчик, слушайтесь маму и читайте новинку от Ильи Балахина. Найден более быстрый маршрут вместе с «Читай быстро».